В честь объединения России и Беларуси Ульяновский государственный педагогический университет провел встречу по видеосвязи с братским народом. В мероприятии приняли участие руководители регионального патриотического центра «Победы» Сергей Каменев и студенты образовательных учреждений. Ну, я думаю, что это важно, так как у меня у самой дедушка из Беларуси, он в Советском Союзе служил в армии, его прислали сюда, они познакомились с моей бабушкой. И впоследствии родилась моя мама. То есть я в какой-то степени я тоже отношусь к их народу. Более 25 лет Россия и Беларусь выстраивают взаимовыгодные партнерские отношения. Сотрудничество налажено в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Напомним, в 2005 году Ульяновск и Минск стали городами-побратимами. Сейчас более 20 промышленных предприятий Ульяновской области поддерживают торгово-экономические связи с белорусскими партнерами. Мы братские народы. Нас связывает серьезная и глубокая история. Мы можем взаимодействовать по разным направлениям. Поддержание различных связей экономических, социокультурных, образовательных. Это дает возможность развитию общей мысли, общей культуры, общей истории, что, уверен, даст возможность развитию мирных отношений и мирных договоренностей со всеми. Прочной основой для укрепления связи выступает сотрудничество в области образования и молодежной политики. Ульяновский государственный педагогический университет успешно взаимодействует с белорусскими вузами, включая Брановический государственный университет. Проводятся совместные научные конференции, форумы, круглые столы, конкурсы научно-исследовательских работ и другие образовательные мероприятия. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.